Глядим на того, в чем мы живем. Мирта. Слышь, ну как гостиница «Люкс»? Отлично. Отлично, просто шикарно. Ты хочешь запечатлеть, понимаешь, злачные места? Да. Кстати, на фуку. А мы, я думала, что вы знаете, что вы заехали в этот самый закон. На стадион, думаю. Может, вы заехали на стадион, там встретили этих самых наших? Кого? Они ж не приехали еще. Не, они завтра только будут вечером. Ай! Любишь теперь. Боже, а где? Здесь уже... Где полотенце? Управление России. Вот. Вот, нет, вот там лишь дома. Вот. Вот. Полотенце. Девушка здесь чуть инфаркт не получила. Чего? А у нас на камере стоит же наше время. Да, почему тут вот так? А там уже как... Да, я тебе объясню, почему. Потому что качество переводили, на камере, наверное, не переводили. Ой, ну, одинаково. Чего тогда? Я не переводила. Да? Ты переводил? Ну, ты не поняла, о чем сказала. Ну, шашлыки завтра делают. Ну, куры-то, Вадик. Шашлыки завтра делают. Миша, они даже костюм красивый с собой привезли. Я не была, Вадик, а что, бабушечка? Вадик, бери сам. Бери все эти дыры сам, на банкет. Нет. Петя, ты котлету больше не куру? Машка? Вадик, бери куру. Банкета не получится. Я не знал даже. Банкета был на крестине вечером. Блин, он жрет так, понимаешь, вот, у него во все стороны брызги. Потом начинает, знаешь, это самое головой крутить, у него чуть-чуть тут. А у нас не попьет и идет до комнаты, через три кухни, через весь коридор, струйка за ним. Из пасти у него понтеревая. Ну. Плюется, ручьи пускают. О, ну, река вон потекла, потекла, потекла. Я Петровку смою. Посуда неудобная. Что, напьет, тоже от него будет? Мирта. Мирта. Я, может быть, это с утра ему дать? Если он сейчас уже корм поел, он может и не есть. А что он ел-то? Он еще ничего не ел. Ну, да, он нам ничего не дал. Что, вообще там еще? Вот я принесла, пускай. Ну, значит, надо еще дать. Лишь не повреди, да я вообще не жрал, помни. Ой, ты господи, вот это. Хорошо, Мирта. Хорошо, Мирта. Молодец, смотри, молодец. Мирта, хорошо. Смотри, съест сейчас, Мирта. Он у нас предпочитает с женщинами не драться. Правда, когда ему слишком надоест, он может прижать его. Нюхаешь. Что ты нюхаешь? Все равно ничего не дадут, как нюхает. Пусто слишком. Ну-ка еще раз. Мирта, ну-ка, Мирта, покажи. Покажи, покажи крышу. Давай, крышу сделай. Ну давай, что так крышу получается? Сделай крышку, крышку. Вот такую крышку сделай. Давай, не вот так. Давай, покажи эту крышу. Возьми этот самый кусочек косточки. И покажи Вольфу, тогда она сделает. Для рабочей собаки это хорошо, чтобы она драла и сука кобелей. Давай, я уберу здесь. Я сейчас скажу. А не надо, не надо. Так, Мирта. Она в подушке. Хотела бы.